Под медицинским наблюдением 166 человек, заболевшая по-прежнему одна. Обстановка по коронавирусу в Поморье остается прежней. Это данные на утро 20 марта. Касательно спортсмена из города Химки, который приехал на соревнования в Малиновке, получены результаты теста. Результаты отрицательные. Таким образом, он, трое его товарищей и тренер не больны коронавирусной инфекцией. Это банальная ОРВИ. Что касается работы учреждений физкультуры и спорта, Артем Вахрушев отметил, принято решение ограничить группы, занимающихся не более 30 человек.